Известный российский музыкальный коллектив «Хор Турецкого» присоединился к акции «Спасибо, доктор». Артисты поблагодарили за самоотверженность врачей Тверской области, а именно больниц Оленина, Старицы, Ржева и Белого. Музыкантов с Верхневолжьем связывает крепкая и многолетняя дружба. Все выступления в областной столице проходили интересно, с неизменными аншлагами. Руководитель хора Михаил Турецкий не раз признавался в любви к нашему региону. Поэтому поддержать именно врачей Верхневолжья стало для него важной миссией. Героический труд врачей в период пандемии коронавируса не остался незамеченным, отмечают вокалисты. В честь медицинских работников хор исполнил песню «Люди в белых халатах» и поименно перечислил врачей районных больниц. Сколько раненых в битве крутой, сколько их в тесноте медсамбата отнимали у смерти слепой. Люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах отнимали у смерти. Благодарим за вашу работу. Счастья вам, мы с вами.